уважаемые зрители, продолжается у нас. Команда «Строители» гол 30. Это у нас «Золотая лига», первый полуфинал, уважаемые зрители. И затем будет второй полуфинал, «Муслимова» 1, «Строители» 14. Интереснейшие матчи. Игроки очень хорошо себя показали в групповом этапе. И теперь готовы бороться за самые высокие места. Сейчас команда гол 30 забить. Не получилось. Строитель продвигается дальше к воротам соперника. И будет аут. Строитель с мячом. Борьба за мяч. Мяч остается в поле. Гол 30. Дальше атакует. Передача. Можно забивать. И угловой. Thank you.
Значит, в ауте. Гол 30 будет водить мяч через боковой. Аврос мяча вперед. Мяч уходит на угловой. Оскар, к воротам идите, там голы забивают. Еще раз. Ждите, сейчас отскочим за то. Пытались сейчас забить футболисты, не получилось этого. У команды гол 30, хотя близки они были. Взять его ворот. Хорош момент, и строитель не забивает. Тихо, разверните ногу туда! Команда был 30 и штрафной удар. Чуга, попроси. Отходя. Разбег и бьет мимо ворот. 14 номер команды «Строитель». Игрок, можно пробить. Идет игрок команды «Строитель», удар прямо вратаря, еще один удар и гол. Мяч в ауте. Аут, и, скорее всего, будет удар по воротам. Так оно и есть, и никого нет на добивании. Удар. Никто добить не смог, к сожалению. Аут для команды гол 30.
пределы поля будет угловой. Получается забить в этой атаке у команды «Строителей», будет удар от ворот исполнять вратарь команды «Гол 30». Вперед, и не смог игрок принять и ударить. Ну что, вратарь? Право, дальше по флангу. Абсолютно нерезультативный мяча, но... Атакует, удар в ближнюю штангу, и мяч отскакивает. Смотрите, дальше продолжаю позиционно атаковать, катают они мяч. Могла забивать команда гол 30, а вот здесь контратака от «Строителя», и тоже не получилось. Первый тайм окончен, со счетом 1-0 ведет команда «Строитель». Все-таки гол был забит в первом тайме. Меняться не буду. Надо тебе.
Да, уважаемые зрители, извиняюсь. На 8-й минуте матча команда «Строитель» все-таки забила и открыла счет в сегодняшнем матче. Подзабыл я этот момент, поэтому для этого сказал, что у нас ничья. На самом деле команда «Строитель» ведет в счете 1-0. И пока что они ближе к финалу, чем оппоненты, чем их оппоненты из команды «Гол 30. Его! Момент, удар, и мяч попадает в сетку ворот, но с наружной стороны. Продвинуться к воротам команда «Гол 30. Мяч в ауте. Дальше «Строитель» продолжит свою атаку. Разыграли короткую передачу через защитника. Гол 30. Прорывается здесь 17 номер. Но так и не смог его убить. С мячом вратарь команды «Строитель» налево мяч отдает. И будет угловой. Подача. И мяч за пределами поля. Штрафную. Бежит дальше команда «Строитель». Удар. И добивание не получил. Будет угловой. Красных возьмите, пожалуйста. Возьми красных. Амир, красных. Что там голову? Пробить. Гол 30 пока не может атаковать своих соперников с успехом. Красный, возьмите, пожалуйста. Василий.
момент, можно остановиться, отдать передачу, передача и мяч в ауте. Арсений! Мяч за пределами красных поля, возьми, оказывается. Красных возьмите! Он еще раз пробить. Оскар, встань! Но это делать не получается. Рома, Арсений! Аут команды гол 30 Рома. Исполнит. Рома, разбеги! Там, но сделать этого не получилось, хотя разбег был довольно-таки приличный. Он строит с мячом. Ударить не удалось. Удар. И еще раз можно пробить. Мяч ходит на угловой. Строитель будет подавать угловой. За удар. Пробить поворотом не удается. Слава, спокойно. Сколько? Арсений, давай заходи, заходи. Забивает еще один. Команда «Строитель» удваивает свое преимущество. Артём,
хороший момент. Может команда гол 30 забивать. И же здесь игрок на поле, но надеюсь, готов он будет продолжать. С мячом перевод налево и мяч потерян. Дальше команда строитель продвигается, перевод налево. Перевод налево. За пределы поля угловой. Причем второй номер пытался сделать последнюю передачу. На помощь приходит 14 номер команды «Строитель», борется за мяч. И мяч он смог отобрать у своих оппонентов. Мяч в команду «Строитель», передача. Передача в центр. Он дальше идти. Пробить поворотом не получилось. Вперед налево. Игрок «Строитель». 3-0 у нас счет тем временем. Хороший момент. «Строитель» дальше идет. Передача. Забить не получилось. Мяч входит в аут. Гол 30 сейчас ведет мяч в игру. Передача вперед. Строитель с мячом. И мяч выносит далеко вперед. Свисток, и матч, уважаемые зрители, окончен. Прошел этот полуфинал для команды «Строитель» достаточно легко.